В Южноуральском государственном университете накануне Дня знаний институты и высшие школы торжественно встретили своих первокурсников и вручили им главный документ студента – студенческий билет. В этом году попасть в наш вуз было не так-то просто. И этот факт говорит о высоком уровне подготовки первокурсников. В этом году мы набрали замечательный первый курс. Мы взяли абитуриентов с самыми высокими баллами поступления. Это здорово, потому что когда люди уже в школе научились учиться, остается научить их только профессии. У них горят глаза, они очень многим отмотивированы и в журналистике, и в рекламе, и в связях с общественностью. А это значит, у нас есть перспектива подготовить для средств массовой информации специалистов высочайшего класса. В этом году к нам пришли наиболее подготовленные, наиболее сильные ребята. Если сравнивать с прошлым годом, то у нас по баллам ЕГЭ существенный прирост, порядка где-то 20 позиций. 174 был средний проходной балл был в прошлом году, и в этом году 194. То есть ребята пришли более подготовленные. Я думаю, очень хотелось бы надеяться, что и более мотивированные, и с большим желанием получить эту замечательную профессию энергетика. Вручение студенческих билетов – это не единственное, что ждало новоиспеченных студентов. Сегодняшние первокурсники вошли не просто в стены ЮРГУ, а стали свидетелями исторического момента, когда университет принимает новую бренд-платформу. Университет принимает новый слоган «Смарт-университет, объединяющий Европу и Азию», и университет принимает новый бренд, который демонстрирует объединение Европы и Азии. Я думаю, что это всегда для любого вуза или для любого предприятия очень важная такая история, очень важный момент. Поэтому нынешний первый курс войдет в историю как первый курс, который принес университету новый бренд. Уже в День знаний каждый из первокурсников уверенно войдет в стены университета, предъявив свой студенческий билет. С этого и начинается их учебная деятельность в ЮРГУ. Сами студенты не скрывают своих эмоций и делятся впечатлениями от первого дня. Приехал сюда, я был уже в предвкушении, что я стану студентом. И я когда пришел в аудиторию, я увидел очень много людей. Я был счастлив, что у меня была новая компания, новые знакомые, друзья. И очень много людей, которые будут курировать, которые будут помогать нам, очень доброжелательные, все добрые, мне это очень тоже понравилось. И когда вызвали меня получать студенческий билет, я был счастлив от того, что я получу его и стану студентом, и буду уже официально студентом. Я вообще ожидаю, что это будет очень интересный опыт, и вообще, что, как сказали уже преподаватели, что здесь и практика интересная, и самообучение. Теперь тысячи первокурсников носят гордое имя – студент Южноуральского государственного университета.